Всем привет, я Антон Мизонов. Сейчас я расскажу, как я играю песню «Теряя рассвет». Дело в том, что иногда меня просят прислать тексты и аккорды этой песни, и когда я присылаю тексты и аккорды, не все разбираются в том, что я там понаписал. А поскольку у нас на дворе стоит 21 век, просто это можно лайвом показать. Сейчас я проанализирую, как я играю эту вещь, и надеюсь, кому-то это поможет из тех, кто хочет эту песню научиться играть. Она очень простая, я все буду разжевывать в мельчайших подробностях. Давайте сначала настроимся. Вот это вот мое ми. Вот это вот мое си. Я специально взял костровую гитару свою, для того, чтобы все было очень просто, на 12 струнке не стал играть. Это моя соль. Она у меня немножко не строит, но не суть, главное, чтобы в целом попадала. Это мое ре. Это мое ля. Ну так, плюс-минус. И это мое нижнее ми, оно не строит особенно, я его для порядка нажму. Теперь состроились, давайте я сыграю не всю песню, а только первый риф, куплет и припев. Затерявшийся в толпе, незаметный сам себе, перепутавший платформы, теряя рассвет, лучами согретые, мы падаем в пропасть непрожитых лет. Меня больше нет, я оставил свой след. На каждой из этих момент за дверью вечное лето и звездное небо, и тысячи песен, что ты не спел. За дверью майские ливни и мартовский ветер, последние листья и первый снег. Значит, песня строится по классической схеме риф, куплет, припев, риф, куплет, припев. Начнем с основного вступительного рифа. Он строится на абсолютно такой известной гармонии. Это два аккорда ля минор и фа мажор. Масса рок-песен написана именно на этих аккордах. И на Западе, и в нашей стране это и «Время колокольчиков» Башлачева, и, допустим, «Blue American», «Placebo» и «One of a Kind», «Placebo». У Брайана Молка вообще все песни строятся на этих двух аккордах. И, допустим, даже «Границы ключ переломлен пополам» с них начинается. «Границы ключ переломлен пополам» или, ну, «Post Blue», нет, не «Post Blue», «Blue American», но «Placebo». «I wrote this novel just for you». То есть этот ход очень общий. А разница у меня в том, что я аккорд фа беру не с барре, как обычно это учат, а вот таким способом я пережимаю только первые две струны указательным пальцем. Потому что барре, здесь у нас указательный палец стремится пережать все шесть струн. Зачем тратить силу и энергию на все шесть струн, когда вот эти вот третья, четвертая, пятая струны у вас уже прижаты. Вот у нас остается окученной только шестая струна, но просто сюда можно положить большой палец, он ее приглушит. Вот это называется thumb over technique. Это я выпендрился. Короче, вот так вот берем. Вот. И более того, риф я играю здесь не чистый фа, а фа большой мажорный септаккорд. Звучит очень академично, но на самом деле тут даже малое барре брать не надо. Вот так вот отпускаем. На подъездном сленге это называется аккорд лесенка. На аккорде, который ля, он же называется АМ, делаю вот такой ход. Можете его не играть, это не критично, но, по-моему, он красиво звучит. Он играется на четвертой струне и на второй струне вот такой вот. На четвертой струне у нас это хаммер, то есть мы сначала берем открытую четвертую струну, а потом как молоточком вот так вот пальцем хлоп. Это какой у нас палец? Ну, которым фак показывает. А потом на второй струне делаем обратное действие. Сначала зажимаем ее на первом ладу и делаем срыв на открытую струну.
Медленно играю. И вместе звучит вот так. Тут мы зависаем на флажолете, я о нем попозже чуть-чуть расскажу. Еще раз играем. Ну, хорошо, с рифом разобрались. Теперь начинаем играть куплет. Я его еще раз спою. Затерявшийся в толпе, незаметный сам себе, перепутавший платформы пригородных поездов, убегаешь от себя. Карта памяти полна, мы с тобой герои чьих-то снов. В таком духе. Куплет строится сначала именно опять-таки на аккордах ля минор и фа мажор. То же самое, что риф, только здесь я уже беру фа напрямую. Я здесь зажимаю первые две струны, первую и вторую. Вот так вот беру так называемое малое барре указательным пальцем левой руки. Вот, вторая часть, она строится на аккордах до мажор, он же С. И ми минор, он же Е. ЕМ. Здесь маленький есть нюанс. Когда я перехожу вот на строчку пригородных поездов, на фальцет ухожу, я вместо прямого до, вместо прямого С беру до большой мажорный септаккорд. Это тоже звучит. Большой мажорный септаккорд. Что надо знать теорию. Этому надо 5 лет учиться. Нет, на самом деле просто достаточно, чтобы этот аккорд сыграть, отпустить указательный палец левой руки. Вот прямой до. А вот сразу загадочно начинает так звучать. У меня с морем ассоциируется. Или с рекой. И он, по-моему, красиво звучит. Во всяком случае, я надеюсь, что это красиво звучит, когда я на фальцет перехожу, получается. Перепутавшие платформы пригородных поездов, убегаешь от себя, карта памяти полна. Аккорд ми я беру не напрямую ми вот так вот, а именно вот таким способом, классическим рокерским. Весь брит-поп на этом строится, в том числе знаменитая вещь Wonderwall Oasis. И остальное там. Вышивая Хэппинг Флойд. Очень распространенный аккорд. И, значит, иногда я в куплете и в припеве тоже играю такую фишку, которую я сдул с песни Sleeping with Ghosts, Placebo. Там вот есть вот такое место у них.